В последнее время все чаще перерабатывающие предприятия в маршрутном листе губернатора. Свой рабочий день в Тейковском районе Павел Коньков начал с посещения местного молочного завода. Здесь выпускают сметану, ряженку, творог, йогурт. За 9 месяцев текущего года товаров отгружено на 42 миллиона рублей. На мой взгляд, сельхозникам, объединяясь с переработчиками, нужно как можно больше перерабатывать молока до готовых продуктов. Это позволяет в торговую сеть произведенные на нашей территории поставлять свежую продукцию высокого качества, и объективно покупатель местной продукции доверяет. Завод выпускает около 15 видов продукции по ГОСТам и ТУ. Цены, как говорят сами производители, социально ориентированные. Из натурального молока здесь делают почти все. Это регламентировано техническими условиями, которые мы получили. Мы об этом честно указываем на упаковке. В единственный вид продукции, в творожный продукт, мы добавляем сухое молоко. Производство творога, творожного продукта и масла за последний год существенно увеличилось. Своя полка у молочного завода есть в известной в регионе федеральной сети. Правда, удерживается там тейковская молочка с большим трудом. Как показывает практика, не жалуют крупные магазины местного товаропроизводителя. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Тейковский район.